Всем привет, дорогие друзья! И с вами снова Крюга ТВ. Сегодня поговорим о такой машине, как КВ-2, а вернее вспомним эту замечательную машину. Итак, что же это у нас за такой агрегат? Это у нас советский танк 6-го уровня, советский тяжелый танк, который идет у нас по ветке после КВ-1 и выводит нас дальше к ИСУ-7. Так вот, чем же эта машина примечательна? Да вот именно, что примечательна она очень многим, а именно обязана этим своей стоковой пушке. 152-миллиметровое стоковое орудие, которое превосходит любое другое орудие на данной машине и при этом позволяет нам нагибать противников просто вот как пить дать. Мы имеем дикий разовый урон ББшкой в 1160 единиц на 6-м уровне, при этом пробитие на уровне 90 мм. И также имеем урон фугасом в 1500 единиц, пробитием в чуть меньше, если честно, не помню сколько. В общем, КВ-2 в топе нагибает ну просто нещадно и с восьмерками может очень и очень больно отвешивать. А все потому, что перезарядка у нас 11,4 секунды у 152-миллиметрового орудия. Бред? Бред. Но зато так есть, и это радует. Это позволяет нам оттягиваться на этой машине каждый раз, когда мы заходим на ней в бой. Да, сведение 4,7 секунды, но честно, поверьте, это не так уж и сильно мешает, ведь все остальное в этом орудии просто божественно. Ну, да, конечно, иногда 90 мм пробития на ББшках может и не хватить, но для этого у вас есть фугасы, а фугасом пробитие как-то и не сказать, что прям вот так вот уж необходимо. Ну и если уж совсем вам захочется пострелять чем-то вроде ББ, то есть подкалиберы. Подкалиберы пробивают гораздо больше, но и урон у них соответствующий 1160 единиц, как и у ББшек. В общем, на любой вкус и цвет выбирайте и начинайте наносить дамаг. Как видите, за два выстрела можно нанести почти 2500 урона, а на 6-м уровне это уже довольно много. Мы даже в принципе, если полный урон фугасом зайдет в кого-нибудь, то мы отбиваем свои хп за выстрел. Ну вы сами представляете, насколько это круто. В общем, попадая в боях с шестерками, вы просто царь, король и можете нагибать всех и вся. Ну и, конечно же, самому бы надо не нагнуться. И при этом, что у нас и есть для того, чтобы не нагибаться самому. У нас есть 1530 хп, что не так уж, в принципе, и мало. При этом у нас есть, ну, кое-какая броня. Лоб башни пробивается довольно легко, однако же есть маска, которая размерами не самая маленькая. И вот туда машина эта не шьется. Ну и опять, видите, какое замечательное попадание. Снаряд пролетает мимо хрен пойми когда, и через пару секунд только наносится урон к башне. Замечательно, замечательно. Ну, в общем, 1500 хп нам позволяет выдержать пару ударов от противников, но иногда все-таки лобом корпуса и башни можно потанковать, хотя, конечно, на КВ-2 лучше все-таки лишний раз не подставляться. И при этом машина оказалась довольно резвой. Нет, конечно, это не средний танк никаким местом, но для тяжелого танка скорость вполне себе адекватная. До 35 км в час он набирает и при этом держит скорость довольно уверенно. Маневренность тоже, в принципе, на довольно адекватном уровне, поэтому уж у вас проблем возникнуть с этим не должно. И при этом у КВ-2, конечно же, есть огромное преимущество. У нас есть нормальная скорость и при этом невероятного просто калибра и мощи орудия. Поэтому, наверное, КВ-2 одна из моих любимых машин 6-го уровня. Это вам не Брумбар. Брумбар по сравнению с КВ-2 просто меркнет и он бесполезен. Но КВ-2 просто жжет. Просто берем фугас и просто стреляем. Это как просто добавь воды, но просто возьми фугас. Поэтому берете фугасы и нагибаете все живое. Ну или ББшки, тут уж как кому нравится, если знаете и умеете и могете пробивать, то тогда, собственно, берите и пробивайте броню противника, при этом нанося дикий урон. Если не можете, стреляйте фугасом и все равно наносите дичайший урон. При этом ваши нервы отдыхают, ведь на данной машине почти невозможно взять и сыграть так, чтобы вот а самого тошнило от того, насколько же получилось отвратительно. Обычно выходит все весело, непринужденно и нагибаторски, поэтому это одна из тех машин, которую качать я рекомендую, пока не понерфили вот это вот стоковое орудие. Ну и, конечно же, не забывайте, что это все-таки всего лишь 6-й уровень, почти песок, ну, как почти песок, чуть выше песка, поэтому нервы у вас тут точно не слетят, не должны во всяком случае. Отдыхайте, фармите, ведь фармить на ней тоже можно, и всем удачи, увидимся на полях сражений.